чем вахтанговский корабль, так театрально был заснежен, а ход событий неизбежен, как в март плывущий дирижабль. Лишь бомж у Спаса на песках смотрел и улыбился блаженно, и наблюдал обыкновенно Арбат в огнях и чудесах. А мимо буднично и сонно шагал народ, и снег спускался невесомо на Турандот. И нас через оркестр нервно манил гобой встречи нашей самой первой с тобой. А бомж привык за сотни лет, что вечер кажется банальным, что провидением фатальным он, как взведенный пистолет, смотрел видение, как псих. Про эту очередь у здания, какие знания и страдания откроет занавес для них. А мимо буднично и сонно шагал народ, и снег спускался невесомо на Турандот. И нас через оркестр нервно манил гобой при встрече нашей самой первой с тобой. И текст ушел из головы, и вся вахтанговская школа, как после легкого укола в реанимации судьбы. Никто не знал в тот вечер, что любовь, восторг и холод злейший нам выпадет в судьбе дальнейшей на номерочек от пальто. Ведущую нашего вечера!